В Чувашии стремительно развивается туристическая отрасль. В рамках создания экскурсионных маршрутов каждый район ищет что-то новое и интересное. Вот и в Красноармейском районе появился уникальный музей. Еще на уроках истории нам рассказывали о старинном сухопутном пути, проходившем из европейской части России через Сибирь к границам Китая. Большой сибирский тракт проходил и через чувашскую деревню Анаткасы. Появление в 18 веке тракта послужило оживлению жизни в деревнях, находящихся вблизи него. Появилось несколько крупных сельских ярмарок. По тракту шел обмен товарами между губерниями. Тракт не только кормил людей, но и способствовал культурному развитию. По нему везли книги. Это был единственный путь, по которому на восток двигались служилые люди – купцы, переселенцы и путешественники. Поначалу дорога представляла собой череду верстовых столбов, переправ через реки и горы. Чтобы путники не плутали в снег и непогоду, императрица Екатерина II распорядилась высадить вдоль тракта березы. Деревья должны были предохранять тракт от снежных заносов. Эти старые березы, которые в народе так и называли екатерининскими, в единичных экземплярах встречаются и сегодня. Жители Большешатьминского сельского поселения построили музей на историческом месте. В течение времени здесь все изменилось, не осталось ни берез, ничего, но история надо сохранить, историю надо беречь. Музей создали из старого амбара методом НИМЕ, с помощью населения собрали, установили, верстовой столб поставили, карту заказали, поставили. Во внутреннем убранстве музея памятника представлены предметы быта древних чувашей, нарядные костюмы и орудия труда. Чуваши всегда отличались гостеприимством. И 3 века назад жители деревни Анаткасы пускали в дом путешественников, обогревали, давали им кров и еду. Пока в доме музея совсем немного посетителей, преимущественно заходят местные. Этим летом администрация и жители района планируют дополнить дворовую территорию дома музея новыми экспонатами. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев. Республика.